Приветствую. Я инспектор аквапарка. Никакой еды, мусора, скейтов, улыбок и особенно русалок. Упс, прячься, детка. Желаете осмотреть наш аквапарк? Естественно. Ага, ожерелье из ракушек. Я все понял. Где-то здесь прячется русалка. О, нет. Я мигом ее найду. А? А вот и моя любимая кувалда. Попалась русалочка. О, сумочка без присмотра. Значит, это. Получай. Ай! Упс, это не я. Еще залп. Теперь не промахнусь. Почему так долго? Я успел принять душ, а фитиль еще не догорел. Успею выпить еще один кофе. Он еще здесь. Серьезно? Что не так с этой пушкой? Моя голова! Ветродуешь точно не подведет. Вот тебе! Ха, заморозил. И коробки больше нет. Осталось последнее. О, нет, дочь! Попробуйте коктейль готовиться по секретному рецепту. Не пожалеете. Это мой шанс. Не хочу. Хотите? Нет. Это русалка! Я так и знал! Я должен ее найти. Вот кто мне поможет. Привет, вы не видели русалку? Нет, но в аквапарк в костюме нельзя. Переоденьтесь. Ладно. И что мне надеть? Жилет, рукавники, надувной круг. Этого должно хватить. Что? Упс. Да это же русалка! Стоять! А-а-а! Упс, мне пора. Не так быстро. Следующий конкурс самый интересный. Музыку! Что со мной? Танцуй, танцуй! Вау! На это стоит посмотреть. О, нет, это заразно. У вас талант, вперед! Русалка! Упс! Не уйдешь! Не сработало. Где ты? Я тебя найду. Упс! Ага, попалась! А-а-а! Моя рука, больно! Отстань от меня, вот тебе! Ауч, голова! А, детка, беги! Окей. Вы в порядке? Может, вам нужно отдохнуть? Берегите себя. Ха, получилось! Где она прячется? Здесь никого. Я все равно ее найду. Попробуй. Удочерили? Что? Попалась! Нужно разбить стекло. О нет, детка, скорее убегай отсюда. Я его задержу. Окей. Ага, что? Это кукла. А где русалка? Не понимаю, о чем вы. Сам разберусь. Ой. Вот и она. На помощь! Спасите! На этот раз тебе не уйти. О нет, спасите, помогите! Что? Кому-то нужна помощь? Ладно. Помогите! Кого спасать? А? Игрушечная акула? Серьезно? Я боюсь и любых акул. Невероятно. Я преследую нарушителя. Ваш билет? Я инспектор. Все равно покупайте билет. Ладно. Но у меня нет денег. Без билета не пущу.
Мне нужны деньги, выхода нет. Придется их заработать. О, да. Шоу на любой вкус. Цирк. Балет. Опера. Вау, этого хватит. Я покупаю билет. Вау, добро пожаловать. Где же она? Упс. Ага, я иду. Здесь он меня не найдет. О, да. Нет, стой. Я все равно до нее доберусь. Детка, поспеши. Где она? Там. Что? Здесь я в безопасности. Попалась? Отпусти меня, сейчас же. Хватит брыкаться. Хватит командовать. Освежись. На помощь, я не умею плавать. Научиться. Да ну. Придется помочь. Ой, простите, за нами гонится злодей. Я арестую вас за то, что испортили мой кофе. Согласна. Только спрячьте нас в надежном месте. Вот ваша камера. Ура, спасибо. Здесь злодей нас не достанет. Как же вы ошибаетесь. Это он! Что нам делать? Моя мама звонит. А ну, тише там! Привет, мама! Тут немножко шумно. Я в кино. Мы сможем выбраться отсюда. Глупый план. Ключи. Вот то, что нам нужно. Сейчас почти дотянулась. Еще чуть-чуть. Я разделаюсь с этой решеткой. Есть! Смотри, я достала ключи! Скорее, на выход! О, нет! Тише, собачка! Мы друзья! Все, все, мы уже идем обратно! Ура! Что? Куда это они? Сбежали! От меня не убежишь! За ними! Девчонки, сюда! Мы снова вместе! Что это? Это снова я! Я нашел вас, мои драгоценные! Девочки, разбежимся в разные стороны, и он нас не найдет! Скорее! Ну и жара! Ты у меня получишь, дурацкое солнце! Стоп! Это же мой бриллиант! Почему без жилета? И где нарукавники? Где твоя панамка? Очки для плавания? Простите, я не подготовился. Вот, надевай. И очки. Теперь ходи по аквапарку только так. Понятно? Правила одни для всех. Проваливай. И фоточку для истории. Ловите, девчонки. Какой смешной. О, нет, он уже здесь. Изумрудик, я уже бегу. Где же спрятаться? В бассейне. Вот ты где плаваешь. Нет, пожалуйста. Акула! Что? Акула? Тише ты! Что, не понравился мой плавник? Поплыли отсюда. О, зонтик. Ага, это проще простого. Ну а кто тут у нас под зонтиком? Где она? Меня опять обманули! Рубин точно должна быть где-то здесь! Зря ты раскидал мои вещи.
Yes. Получилось! Где же она прячется? Нет, нет, нет! Дайте мне круг! Нет, не отдам! Какая наглость! Упс. Где же они? Ничего не слышу! Сюда! Активировать пиратскую маскировку! Ну и погоня! О, я всегда любил пиратов! Мама, смотри, я Джек Водогрей! Что? Это они! Куда же нам спрятаться? Он уже здесь! Разбежались по сторонам! Девчонки, давайте ко мне! Иди сюда! Меня не видно! И ты иди сюда! И ты точно иди сюда! Наконец-то все в сборе! Что он с нами сделает? Стойте! Это не вы на фото! Ты расскажешь про аквапарк? Нет, ты! Ты мне надоела! Замолчите обе! Я знаю, мы построим для тебя новый потрясающий аквапарк! Ура! Но где же мы будем этот аквапарк строить? Вот здесь, в кладовке! Ты уверена? Конечно, но мне пора выгуливать собачку! До встречи! Постой! Ладно, за дело! Я знаю, что делать. Ты создаешь портал, а ты отправляешь туда весь хлам. Начали. Это мы можем. Не отвлекайтесь. О, нет, это неправильный портал. Ай! Упс! Ничего не можете сделать как надо. Все приходится делать самой. Учитесь, лентяйки. Впечатляет. Что же сделать с этой стеной? Прикинем площадь, высоту, ширину. Ого, неплохо. Здорово у нее получилось. Есть идея. Привет, чихай. Получилось. Вау, потрясающая сестренка. Спасибо. Фу, гадость. Упс, прости. Мне нужно облако. Это в самый раз. Лети! Потрясающе! О, да. Но одного облака маловато. Вот так намного лучше. Я тоже достану для нас облако. Попалась? Ауч! Ты в порядке? Полным. Но из-за этого облака я упала. На, подержи. Что-то с ним не так. Отправлю его подальше. Приветствую. Что происходит? О, нет, только не это. Это они. Можно мне? Иди, чего пристал. Поставим горку в том углу. Нет. А если вон там? Плохая идея. Может, здесь? Идеально. Это тебе для горки. Мне это ни к чему. Эй, вы! Займитесь работой. Ты забиваешь гвозди, ты привинчиваешь шурупы. Горка должна быть готова как можно быстрее. Время поджимает. Приступайте. Как скажешь. Все сделаем. Здесь прибить, здесь привинтить. С этой задачей мы справимся без проблем. Готово. Ой. Уже готово? Рубин. Иду. Вау, точное попадание. Ну как тебе? Для полного соответствия не хватает бассейна. И правда. Но это очень легко исправить. Портал? Я скоро. Сегодня здесь тихо. Ты пожалеешь, что не пустил ребенка в аквапарк. Скажи пока бассейну. Стоять!
Ауч, моя голова. Я вернулась и принесла бассейн. Он будет стоять вот здесь. Ай, мой бедный пальчик. Больно. А, меня сейчас несет. О, есть идея. Рубин, подуй еще немного. Ладно. Спасибо. Бассейн готов, а я нет. Нужен купальник. А теперь на горку. Сестры, я спускаюсь. Давай. Нет, бассейн без воды. Придумала. Нам срочно нужен дождь. Бассейн наполнен, спускайся. Как весело. Вау, ты любишь приключения? Очень. Давайте ко мне, здесь весело. Уже идем. Для бассейна нам нужны круги и шарики. Давай я закажу. Сколько здесь всего интересного купить. Мне нравится. Купить. Ой, здесь есть корабль. Купить. Нет, это уже слишком. Вау, я хочу играть. Ты стой на воротах, а я буду забивать мяч. Вперед. Отбила. Давай я попробую. Отбила. Это нечестно. Пусть попробует отбить этот мяч. И это, по-твоему, волшебный мяч? Насмешила. Я покажу тебе, что такое волшебный мяч. Бей! Моя очередь. Упс. Ауч. Кроссовок девушки бриллиант. Его можно выгодно продать. Только сегодня налетай. Мой любимый кроссовочек. Не волнуйся. Сила магии нам поможет. Вау! Спасибо. Сила самоцветов. Наш аквапарк лучше всех. А можно пригласить сюда моих друзей, пожалуйста? Можно. Ура! Попались. Теперь вам не уйти. Вы за все ответите. Ты и ты и ты. Отпусти их! И кто меня заставит? Ты? Как страшно. Друзья, на помощь! Мне нравится это кольцо. Опс, это не мое. Кольцо? Это мне, Кен? Я согласна. Будешь моей заключенной. Ты украла кольцо, Барби, и ты отправляешься за решетку. Пронесло. И ты тоже плохая, Барби. Я тут по ошибке. Поговорите с моим адвокатом. Я хочу красивую фотосессию. Ох уж эти Барби. Выпустите меня! Эй, красавчик, теперь мы с тобой долго будем вместе. Таких заключенных у меня еще не было. Фу, ну и пыль. Выпустите меня! Ладно, все приходится делать самой. Вот это то, что нужно. В моей камере все будет сиять, как на балу. Вот так, все чисто, ни одной пылинки. А ты здесь откуда? Кыш, огромный крот, ползи обратно, откуда пришла. Ну вот, теперь нужно отремонтировать пол. Мой подкоп не удался. Финальный штрих, пусть мой любимый всегда смотрит на меня. Мой краш лучше всех, пора пить чай. Кен, приглашаю тебя на чаепитие. У нас прекрасное свидание. Надеюсь, ты любишь зеленый чай. Выпьем за нашу любовь. О, ты идешь? Прячься. Обед. Приятного аппетита. Святые локоны, как я выгляжу. Свет, мой зеркальце, скажи. О, очаровательно, как всегда. Так еще лучше. Вот теперь это зеркало идеально смотрится в камере Барби.
Нет, кружка, так не пойдет. О, жизнь в розовом цвете. Обожаю. Да, я на работе. Можешь подать мне мою сумочку? Вот эту с шипами? Да, там внутри помада. Окей, сейчас. Вот это? Нет, это не помада. А вот это? Нет, мужчины. Ладно, держи и разбирайся с ней сама. Ага, зеркальце. Лучшее средство для незаметной слежки. Отлично, Кен занят. Можно воспользоваться моей взрывной помадой. Вот мой путь на свободу. О, нет. О-оу. Мой Кен! Этот пруд решетки слабый. Какие-то проблемы? Я просто решила заняться рукоделием. Вот это тебе, Кен. Как мило. Тюремная Валентинка. Я тоже так могу. Розовый всегда лучше. Эй, Кен, это тебе. Сердце в знак моей любви. Спасибо, Барби. Кен уснул? Прекрасно. Моя тушь-напильник как раз мне пригодится. Тише. Упс. Поймал? Вернись в камеру, сбежавшая Барби. Точно нужно новое селфи. Нет, нет. Все ракурсы неудачные. Алло? Привет, Барби. О, привет, подружка. Спасибо, что пришла. А как иначе? Ты не можешь пропустить главную Барби-вечеринку года? Я не могу уйти. Здесь Кен. Что? Он тот Кен? Но он флиртует с плохой Барби. Ах так, я ухожу навсегда. Позволь мне. Я возьму твою заколку. Этому меня научили на курсах домоводства. Готова, ты свободна. Счастливо оставаться, изменник. Кен, ты так интересно рассказываешь. Но меня больше интересуют твои ключи. Спасибо. Что? А где моя Барби? Ага, ага. Так Кену действительно понравилась хорошая Барби. Какая романтика. Почему же ты сбежала от меня? Ее кольцо. Эй, влюбленыш? Чего тебе? Я помогу тебе завоевать сердце Барби. Итак, первый пункт. Чаепитие. Я справлюсь. Поехали. Пей, 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 еще быстрее. Молодец. Я больше не могу. Следующий шаг. Цветы. Вот эти? Нет, это же Барби. Она любит искусственные цветы. Я понял. Хорошо, у нас остался третий шаг. О, нет. О, да. Только не это. Именно это. О, нет. Ролики. Я верю в тебя, Кен. Смелее. Только не падай. Хорошо. Упс. Я знаю, что делать. Барби-вечеринка переносится в тюрьму. Приходите скорее. Давай я помогу. Вот так. Разверни чуть левее. Молодец. А я украшу решетку. Отлично. Я все починю. Я принес посуду. Молодец. Я устал от всей этой подготовки. Барби! Это он. Смотри. Привет, Кен. Это тебе, Барби. Не нужны мне цветы. Мне нужен ты. О, как трогательно. Какая романтика. О, ролики. Всегда мечтала их попробовать. Помогите! Все показатели в норме. Схватки начались. Тушься. Фух, фух, фух. Поздравляю, ты стала мамой. Приснится же такое. Клэр, помоги сестре с уборкой. Выгуляй собаку. Постирай белье. Хватит, сколько можно? Ну, конечно, есть идея. Я притворюсь беременной, а вместо живота пусть будет подушка. Я устала. Клэр, ты чего не убираешь? Ты что, не видишь, я беременна?
Что? Ура, я стану тетей! Нужно поскорее обрадовать маму. Не говори ей ничего, мы сделаем ей сюрприз позже. Ну ладно. Фух. Упс. Не терпится понянчить малыша. Клэр, твой живот стал больше. Я жду двойню. Малышей будет два. Я в два раза счастливее. Ура! У меня есть идея. Нужно сделать Клэр подарок. Боксы для беременных двойней. Заказать. А вот он. Сестренка, это тебе. Подарочки для малышей. Спасибо. Я все покажу. Бутылочки для кормления. Смотри, как удобно кормить двойню. Ага. А это пустышки. Ладно, как скажешь. А это зачем? What? Погремушки. Арива! Да уж. Малыши будут в восторге. Ну, мне пора. График уборки в доме. Сегодня моя очередь, но я не хочу убирать. Придумала. О, как же я устала. Спина болит. Пылесосить в моем положении так тяжело. Клэр, оставь уборку. Тебе нельзя переутомляться. Садись и отдыхай. Спасибо, сестренка. Упс, чипсик уронила. Не страшно, я уберу. И еще один. И еще. Можно есть и поаккуратнее. Объединги. Но я знаю, как помочь, Клэр. Вот так есть будет намного удобнее. Это как понимать? А мне меньше убирать. Вот и славно. Теперь и я могу отдохнуть. Включаю свою любимую игру. Что? Я тоже хочу. Дурацкий воротник. Мэри, можно и мне поиграть? Пожалуйста. Нет. Мэри, я прошу тебя, ради малыша. Ладно, держи. А я почитаю журнал. Новенький журнал. Я тоже хочу полистать. Мэри, пожалуйста, дай мне почитать. Вот, забирай. Спасибо. Вот только неудобно и играть, и листать журнал. Конечно. Мне как раз совершенно нечем заняться. И еще я хочу пить. Вот тебе кола, пей. Здесь становится душно. Ой, воздух слишком сухой. Так намного лучше, спасибо. Как хорошо быть беременной. Напоминание, УЗИ. Что? Какое еще УЗИ? Это я тебе записала. Не благодари, сестренка. Нам пора. Что? Удачи. А я подожду в коридоре. И что теперь делать? Располагайтесь поудобнее. Сейчас посмотрим, как там ваш малыш. Ничего не понимаю. Может, аппарат неисправен? Это точно. Здесь нужен ремонт. Подождите немного, я скоро вернусь. Не спешите. Моя хитрость удалась. Осталось только нарисовать снимок УЗИ. Ну как? Сама посмотри. Не так я себе представляла УЗИ. Я ужасно утомилась. Буду ложиться спать. Ну вот, никак не заснуть. Большой живот мешает. Нет, это невозможно. Сестренка, что мне делать? Я знаю, что тебе поможет. Ткань, иголка и немного фантазии. И подушка для беременных готова. Ну вот, Клэр уже спит. С этой единорожкой ты будешь спать еще крепче. Вот только я осталась без одеяла. Чудесная новость. Я записала тебя на курсы для будущих мам. Как это мило, спасибо. Не стоит благодарности. Мы скоро начнем. Руки. О, это ты. Начнем сию минуту. Пустышки, бутылочки, сумка с подгузниками, погремушка и слинг с малышом. Твоя очередь. Я справилась? Это полный провал. Сейчас мы будем пеленать малыша. Здесь нет ничего сложного. Раз, два, три и готово. Теперь ты. Должен получиться аккуратный конвертик. Думаю, я справлюсь. А, прекрати. Молодец, испытание прошло на отлично. Я покажу несколько движений для поясницы. Это очень важно для беременных. Смотри внимательно и запоминай. Ого, это вообще разрешено конвенцией по правам человека? Лучше я пойду. Спасибо, Кэролайн. Пожалуйста, Мэри. Была рада помочь. Клэр, а где твой тест на беременность? Или снимок УЗИ? Ты точно не ошиблась? Потом поговорим. Так просто она не отделается. Это все завтрак. А где Мэри? Кома? Сестра в беде. Это Клэр.
сестренка. О, нет. Что случилось? Вам нельзя волноваться. Да я вообще не беременна. Это подушка. Я знала. Как ты могла? Все маме расскажу. Прости меня, пожалуйста. Но я хочу чипсы, колу, шоколад, печеньки, сок. Ладно, ладно. Здесь все, о чем ты просила. Мир.